Всем привет, ребятки. Я давно в World of Tanks не заходил. Тут друг сказал, говорит, зайди, забери премиальный танк 9 уровня, даются вход. Вот, смотрите, ребятки. Сейчас я закрою это. И справа внизу, как видите, коробочка. Нажимаем на нее открыть. И смотрите, мы получаем средний танк 9 уровня Паттон. Американский танк. Премиальный, вообще отличный подгончик. Так что, кто давно не заходил, заходите и получайте данный танчик. Такой халявый, не часто разбрасывается Wargaming. Вот, ребятки, как он выглядит. Вообще, конечно, приятненький такой подгонщик. Ну, а я сейчас посмотрю, что тут у меня есть еще в ангаре. Повторюсь, давно не заходил в эти большие танки. Что-то подсел на танки Blitz в Steam'е и так периодически играю в них. А тут, если бы не товарищ, то бы, может быть, и не знал бы про эту халявку. Так, понадавали кучу всякого. Премиума дали. Ой, уже трудно разобраться. Говорю, что тут делать, как. Давно-давно не сходил. Так, посмотрю хотя бы, какие у меня танчики. Тут есть Фуч 9 уровня. Так, тоже АМХ. Что-то мне еще есть такого хорошего, интересно. Т-30, Хэвик, объект 261, 263, 268. В принципе, достаточно мне тут количество танчиков. Как жалко, что давно не играл. Может быть, придется и вспомнить молодость, поиграть. Так, что тут еще есть? А где остальные танки? Ага, вот точно все забыл, ребята, все забыл. Смотрите, что тут есть. Банкер даже есть у меня. Дофига, что ФВ-215, Б-183. Так, нормальненький арсенальчик. Ну, в общем, ребятки, буду тогда заканчивать этот видосик. Заходите, забирайте свой халявный средний танчик Паттон 9 уровня. Ну и все тогда. Надеюсь, видео кому-то пригодится. И всем, ребятки, пока-пока.